Порядка 2300 сеянцев елей высадили 15 мая в Калининском районе участники регионального дня посадки леса. Работы прошли в рамках всероссийской акции с аналогичным названием и стали одним из этапов мероприятий, направленных на лесовосстановление и сохранение природы Верхневолжья. Акция «Всероссийский день посадки леса» ежегодно проходит в большинстве регионов страны по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. Ее цель – привлечь внимание общества к вопросам сохранения, воспроизводства и приумножения лесных ресурсов, увеличения площадей зеленых зон. Тверская область является лидером в ЦФО по площади лесов. Они занимают более половины территории Верхневолжья. Мы уделяем особое внимание восстановлению лесного фонда, считает губернатор Игорь Руденя. Эту позицию полностью поддерживают и другие представители органов власти. Вокруг Москвы и Твери как бы все-таки значительные леса пострадали в связи с новым строительством, в связи с дачным строительством, в связи с лесозаготовительными работами. Такие акции, они должны быть регулярны. Мероприятие, прошедшее 15 мая, объединило около 150 участников. Ими стали тверские школьники, сотрудники областного управления МЧС, работники сферы лесного хозяйства, а также волонтеры регионального штаба «Мы вместе». Их руководитель Юлия Саранова отмечает, что восстановление лесов должно быть общим делом. У меня брат пожарный спасатель, и каждый год у нас горят леса. Восполнение этих ресурсов наших природных – это очень важная задача, с которой наше лесохозяйство ежегодно старается справиться. Но помощь волонтеров, неравнодушных людей, я уверена, что это очень такое большое подспорье в этом важном деле. Высадка ели проводилась добровольцами с помощью современного оборудования, благодаря которому сеянцы лучше приживаются и быстрее растут. Были использованы посадочные трубы и специальная установка, которая позволяет сажать деревья без соприкосновения с землей. При этом лесничие отмечают, что все равно не стоит ждать совсем скорого результата. Это все-таки ели, а не бамбук. На 7-м году жизни мы уже переводим эту площадь в покрытую лесом площадь. А на 7-м году жизни это какой высоты будет? 1-2-3 метра. Потом начинаем осуществлять уход, осветление, прочистки, прореживание. В Тверской области акция по посадке леса продлится до 25 мая. Всего в ее рамках будет посажено более 3000 саженцев деревьев.